ищем, ищем, и все без толку. Теперь нигде ни знайку не вижу. Вот и веревочка крепенькая. Грабли пригодятся. Возьмем веревочку и скорей к своим. Вот будет потеха. Я лошадь. А я осёл. Конечно, осёл. Ну, достал верёвку? Спрашиваешь. А что это ты ещё какую-то гребёнку принёс? Эх ты! Да разве это гребёнка? Это грабли. А для чего они? Ты идёшь, например, наступаешь на грабли, а они что? Трах по голове. Ну, хорошо. Верёвку протянем здесь. А грабли положим там. Там. Кто-нибудь споткнется о веревку и полетит с ног. А потом пойдет и на грабли наступит. Они его трах. Ну-ка, тащи. Тащи. Высыпай. Высыпай. Так. Калигула, а во что это
заблудился. Сейчас сниму. Забыл. Ой, кто-то идет, прячьтесь. Ой. Здрасте. Привет. Не ушиблись ли вы? Еще как ушибся, коленкой ударился, больно. Позвольте, я стряхну с вас пыль. Вы испачкались. Позвольте, вы шляпу уронили. Вы шляпочку уронили. Благодарю вас. Ваша сумочка. Сумочка. Вот ваша мышка, то есть сумочка. Вы уронили сумочку, она не испачкалась. Позвольте, я почищу ее. Ой, не могу! Как нога болит. Я где-то здесь больницу видела. А, ты весь испачкался, пестренький. И ты, Кнопочка. Теперь хорошо. Пошли в больницу. Забывая докторов, тот, кто весел и здоров. Доктора нужны иным, не здоровым, а больным. Есть в аптеках капли, таблетки, мази, порошки любой расцветки, каждый взять лекарство может сам. Но прошу я всех без исключения, чтобы принимали для лечения только то, что доктор прописал. Свой рабочий день с утра начинаю доктора, и больные все подряд, им спасибо говоря. Есть в аптеках капли, таблетки, мази, порошки любой расцветки, каждый взять лекарство может сам. Но прошу я всех без исключения, чтобы принимали для лечения только то, что доктор прописал. Доктора больным нужны, доктора душой нежны,
добрый нрав у докторов. И если даже вид суров, есть в аптеках капли, таблетки и мази, порошки любой расцветки, каждый взять лекарство может сам. Но прошу я всех без исключения, чтобы принимали для лечения только то, что доктор прописал. Здравствуйте. Что с вами случилось? Я упал на улице и ушиб ногу. Зачем же вы по улицам ходите? Нам же надо искать Незнайку. Веселенькое дело. Мы Незнайку уже 3 недели по всему городу ищем. Теперь не больно? Теперь нет. Идите, ищите своего всезнайку. Незнайку! Стойте! Здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. За последнее время к нам в больницу стали поступать больные с переломами рук, ног, разбитыми носами. И у каждого из них подобные таблички на спине. Вот, полюбуйтесь. Вы чем ушиблись? Я ничем не ушиблась. Я разыскиваю своего друга Листика, который исчез 3 недели назад. К нам больной по имени Листик не поступал. Ну, я подумала, бывают же такие случаи, когда больные теряют от чего-нибудь память и не могут сказать, как их зовут. Постойте, у нас действительно содержится больной, который забыл свое имя. Нет, нет, это не он, это не Листик. Незнайка! 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 Веселенькое дело. Значит, его на самом деле зовут Незнайка. Эта девочка, Буковка, разыскивает своего друга Листика. А Листик – это тот с книжкой, которого я превратил в осла. Теперь надо все поправить. Но я не могу. Моя волшебная палочка в зоопарке у обезьяны. Я хотел с ней поиграть, а она вырвала палочку. Надо бежать в зоопарк. Ура!